Более 800 нарушений на 33 миллиарда рублей выявила контрольно-счетная палата Башкортостана в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Абрек Батраев на заседании в Госсобрании. По большей части нарушения зафиксировано формирование и исполнение бюджета. Ущерб составил почти 13 миллиардов рублей. При введении бухгалтерского учета 8,5 миллиарда. При распоряжении госимуществом более 3 миллиардов рублей. При осуществлении закупок свыше 2 миллиардов. В частности, в совхозе Алексеевский выявили недостаток собственных оборотных средств, влияющих на платежеспособность, и долги перед бюджетом республики на 72 миллиона рублей. В Башкиравтодоре темп роста расходов выше роста доходов на 33%, а кредиторская задолженность увеличилась на 20%. Отсутствует должный контроль за перевозкой готовой продукции в нашем дорожном тупике. Произведенные производственные площадки и месторождения не обеспечены весовым оборудованием для учета добытой горной массы и щебня. В Ургазинском районе просроченная задолженность по аренде земли перевалила за 5,5 миллионов рублей. В городе Октябрьский выявили неэффективное пользование муниципальной программы на сумму в 20 миллионов рублей. Контрольно-счетная палата выдала по всем нарушениям предписания по их устранению.